Как отдыхалось? Да так, ничего. А где были? Да есть две такие реки. Верхняя Тунгуска, нижняя Тунгуска. Случалось. По служебным делам. Ну, а дома? Кто-нибудь ждет? Да. Мать? Жена. Жена. В лагерь-то я прибыл слабый, хиленький. Поставили библиотекарем. А участок трудный оказался. Били страшно. Бывало, приходят, говорят, давай, детектив. А я им березу белую или там мать Алексея Максимовича. Ну, а потом работал со всеми. Вроде бы получше. Потом немножко вольным. По какой статье? Об этом не хочу говорить. О, край дождей и непогоды, блуждающая тишина, ковригой хлебную под сводом надломлена твоя луна. Есенин. Есенин. Благодарю. Привет. Привет. Да, держи. Лишнего не берем. Спасибо. Жди здесь. Будешь? Нет. Че ты? Кайф лучше, чем с девочкой. Да я вообще уколов боюсь. Уколов. Травку покури. Да у меня и бабок-то нет. Для фачина. Дарю. Милиция! Макар! Отваливаем! Быстро! Мендем! Мотор!
Ты на кого работаешь? Опасается. Думает из милиции. А мы ему объясним, что мы ребята хорошие. Ну? Не верится. Теперь поверил? Ты у кого товар получаешь? На Котельнической. У дяди Миши. Рыбу ловит. Какой из себя? Ты такой. Завтра утром придешь туда же. С этой сумкой. Будет другой дядя. Понял. Товарищ полковник, старший лейтенант Курков. Назначен к вам после окончания Академии МВД. А, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Какой опыт работы? До Академии работал 4 года в области, следователем. Следственно-оперативная группа, которую мне поручено возглавлять, собрала разные дела по наркотикам. Сталкивались с наркоманами? Нет, лично нет. Значит, схема такая. Покупатели, розничные торговцы, оптовики. Оптовики получают товар по своим каналам. Ивакин рядовой потребитель. Полмесяца назад мы арестовали его кормильца. Человека, который снабжал. Надо выяснить, от кого он получает зелье теперь. Тактика допроса такая. Ни о чем не спрашивать. То есть? Наше вам. На вопросы не отвечаю. Естественно. Шалят нервишки. Это мое дело. Как хочу, так и живу. Седого посадили. Лучших сажайте, гады. Лучших. Да разговаривал я с Седым. Про хвост, как и все. Врете вы. Врете. Седой был хороший мужик. Если кто на мели, даже в кредит давал. Да ну. Давал, я вам говорю. Ну, значит, Седой был исключением. А вообще торговцы наркотиками лютые волки. Вот что этот, что этот, что этот. На вопросы не отвечаю. А я и не спрашиваю. Идите обратно в 85-ю комнату. Козлы пунктирные. Гриша, Ивакина возвращаю. Знаешь, на кого он среагировал? На этого рыбака, дядю Мишу. Но дядя Миша оптовый торговец. Видно, взял Ивакина низовым сбытчиком. Попридержи его пока. Вы бы допрашивали иначе. Да, я бы допрашивал. Наркоманы своих поставщиков редко выдают. И психологические поединки с ними невозможны. Они как студень, им все равно. Арестован? До этого еще далеко. А вот на дядю Мишу как раз нацелились. Ему везут партию наркотиков. Будем брать вместе с поставщиком.
дядя Миша. Вы что? Привет! Что это такое? Молчи. Куда же это? Что же вы делаете-то? Тихо, караул! Тихо! Давай, давай! Давай! Сделана, Любовь Николаевна? Академическая, да? Угу. Основной поставщик дискотек. Так. Вот здесь. Да? Угу. Где? По справедливости. На дно прилег. Чисто несчастный случай. Спасибо. Спасибо. Следующий. ВДНХ. Обслуживающий гостиницы. Вот здесь. Отдыхайте, мальчики. Отдыхайте. Как называется пойло из мака? Как нар. Угу. Курьеры, которые возят наркотики. Мулы-верблюды. Цена 1 килограмма гашиша. 1000 рублей. Опиума. 30 тысяч. Угу. Дорожает с увеличением расстояния от места сбора. Нормально. Тебе предлагают уколоться, как будешь выкручиваться? Варианты ответов. Уже укололся. Деловое свидание, нельзя балдеть. Я за рулем. Уколюсь позже со своей бабой. Ничего. Еще хорошо, никогда не колюсь чужими иглами. Чистюля такой. Угу, спидом брезгаю. Ого. Томин? Да, Паш, привет. Ясно, ясно. Да вот парни из академии подкинули. И тебе? Прости, Павел. Томин? Что? Подробней. Дьявол. Дядя Миша на встречу с курьером не пришел, Павел. Тот ищет другого покупателя. Не могли мы спугнуть. Мы около него дышать боялись. Да, за курьером присматривают, Паша. Пока. Видал? 1.5 месяца готовили задержание, и все кошки под хвост. Обратите внимание на походку. Идет стремительно, очень широким шагом. Паша, видишь? Вижу, вижу. Спешит на важную встречу. Он всегда спешит, всегда в пределе. Типичная походка потребителя героина. Едем за ним.
Остановить? Что он еще придумал? Андрей, показывай крупно. Что там было? Что он взял? А пес его знает. Удалось рассмотреть. Едем за ним. Андрей, ведете его? И что он? Паш, это была багажная квитанция. Он получил чемодан. Посмотрим, кому отнесет. А ведь он у нас числится в простых наркоманах, правда, с неизвестными источниками доходов. Паш, гляди, куда чешет, а? Камерам хранения. Сдаст и чистенький. Надо брать. Есть основания познакомиться. Отвезите его в ближайшее отделение, я к вам подъеду. Вашу фамилию не Сысоев. Раньше вы судились как Снегирев, Матвей Сергеевич. Ну так это когда было? Годы застоя. Вещи ваши? Начальник, я же говорил, случайный этот чемодан. Странный случай. Здесь обнаружено 8 килограммов наркотического вещества. Как? О, мужик подставил меня, а? Так его и берите, я тут при чем? Какой мужик? Рыжеватый, костюм в клеточку. В разбитом пенсне? Зачем пенсне? Начальник, что вы меня путаете, а? Я стараюсь, вспоминаю, что могу. Подошел ко мне на площади, дал квитанцию, четвертак за работу. Получи, говорит, и... В каком месте площади? У киоска с мороженым. Возьми, говорит, и неси сюда. Я, говорит, от бабы сбег, она меня там дожидает. А я, значит... Снегирев, у вас же высшее гуманитарное образование. Давайте разговаривать нормально. Пожалуйста. Полагаете, так для вас лучше? Мы знаем, что с вами вел переговоры человек из Казахстана, которому не удалось встретиться с покупателем по кличке дядя Миша. Знаем, что никакого рыжеватого в клеточку не было. Откуда вы это можете знать? Да я вас сам вел. От центра до камеры хранения. Расписку вы взяли в телефонной будке на Рождественском бульваре. Да... Как все-таки, будьте любезны, как все-таки приятно, что у нас не буржуазная демократия. Это у них там полицейский в суде поднял руку, клянусь, мол, и присяжные ему верят. А у нас? Ну, кому эти ваши байки нужны? Да мало ли, там менты-то болтают. Наш закон на вас плевать хотел. Обвинение надо доказывать. Если угодно, я... Просто из вежливости с вами беседую. В следующий раз сказкой не отделаетесь. До встречи. Извините за внимание. Пока-пока. Вот он, Демидов.
Чисто прошло? Все путем. Угу. Спасибо. 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 Отдыхайте, мальчики. Отдыхайте. На свете есть места, куда приходим мы, и объединиться, где память, как строка. Кой ты, Русь, моя родная, а? Черт возьми, несусветная страна. Вот сейчас подумал, вот посади наш поезд какого-нибудь швейцарца. Или француза. Да. Вот так пусть как мы недельку поедет, я думаю, свихнется от восторга. А как вашу жену зовут? Вероника. Вера. Ника. Иногда Рона. Наверное, пока были вместе, она не имела той цены, верно? Да. А вот теперь кажется, будто вчера влюбился. Товарищи пассажиры, наш поезд прибывает в столицу... Вот вам мой телефон. Ну, если будут сложности, скажите попутчик из Хабаровска. Я предупрежу. Желает вам всего доброго. Спасибо. Да неудобно, конечно. Но у меня есть возможности, так что звоните. До свидания. Извините. Как съездил? По-разному. В контору? Да нет, к маме. Мама любила три цветка. Вот записку изъяли. Олег Иванович в поезде знакомому передал. Вы что, сбрендили? Вы должны охранять Олега Ивановича, а не решать за него. Что можно, а что нельзя. Не ваше собачье дело. Извините. Все здоровы, все работают. Матвей только непрерывно на игле. Люба, Матвей вреден, даже опасен. А вот тут еще темная история. Верный человек мне рассказал, что Матвей взял у приезжего гашиш аж 8 кило и взял мимо нас. И кому сбывает, неизвестно. Ну, что с ним поделаешь? Пел он хорошо. Здравствуй, Володя. Ника. Прости. Господи, ну встань ты, встань.
Нет, ну, встань. Только так. Ну зачем это, Володя? Я виноват. Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста. Поверь, все будет нормально. Не идеализируй, пожалуйста. Эти годы я была не одна. Ну, главное, ты дождалась. Ты для меня дом. Свобода. Все. Я даже не понимал, как я тебя люблю. Может быть, только там, в неволе, полюбил по-настоящему. Трудно выразить. И не надо. Володя, лучше объясниться сразу. Я сохранила тебе квартиру, прописку, чтобы тебе было куда вернуться. По счастью, комната здесь изолированная, есть уже варианты размена. Ника, а ты стала еще красивее. Господи, ты слушаешь меня или нет? Да, да, разумеется. Ой, Володя, большего нельзя требовать. По-моему, я со спокойной совестью могу взять развод. Какой развод? Да ты что, с ума сошла? Послушай, там в шкафу все твои вещи, ну, остальное конфисковали, ну, на первое время тебе хватит. На кухне на плите котлеты. А я пока побуду у подруги. Ника, ну и ты же писала, а? Я старалась помочь. И так тебе будет трудно. Кто тебя возьмет на работу? Человек судился за изготовление наркотиков. Да ведь только для себя и для троих приятелей. В отделе кадров все равно сколько приятелей. Ника, Ника. Значит, прописка, квартира, котлеты. А тебя у меня не будет. Люба, что это такое, ксипс? Да ничего. Просто надо было что-нибудь повесить, чтобы звучало понуднее. А дом, с домом все решили, считается снесенным. Так что, Олег Иванович, мы не существуем. Пошли. Приветствую, приветствую. С приездом, Олег Иванович. Здравствуй, Матвей. Давайте ко мне. До обеда будьте на телефоне, около машин. Понятно? Вот так. Работайте. Значит, отчет об итогах моего пребывания в Хабаровском крае вы одобрите позже. Итоги хорошие. Открываются новые регионы, большие перспективы. Вот. Ну, как тут без меня? Финансы? Пожалуйста. Приход, расход. Ну что же. Нормально. Нормально, Крушенский. Как заготовки? Отлично, Олег Иванович. Матвей возить не успевает, а Феликс сбывать. Надо увеличить число верблюдо-рейсов. Ну, обсудим, обсудим. Феликс? Сбыт слабо растет, потому и затоварились. Рынок надо активнее расчищать. Люба, а что, есть какие-то заминки? Все по плану, Олег Иванович, все по плану. Заканчиваем первый этап, нагнать страху, убрать конкурентов, взять под себя сбытчиков, чтобы использовать. Ну вот то, что зачеркнуто, отработано. Так это кто-то новый? Да старикашка, лет под 80, хорохорится. Ну его трогать не надо, при занятиях. Даже до такого возраста тоже заслуживает уважения. Я подойду. Да. Да. Когда? Хорошо. Матвей. А? У тебя ЧП на доставке. Что? Что случилось?
А я тут при чем? Сам разбирайся. Олег Ивановичу доложишь. Мои ребята тебя подбросят. Я не прощаюсь? Да, конечно, конечно, увидимся. Возвращайся скорее. Да. Привыкаешь к человеку. Мне его будет не хватать. На обратном пути я проинспектировал Хабаровскую трассу. Знал вагоны, места, где ехали верблюды. Двое были без напарников, третий с напарником, но всю дорогу пили водку. Можно так возить товар? Олег Иванович, нельзя. Ну, с Матвеем поговорить бы надо. Ну, нельзя же. Мы предупреждали. Сколько раз. Клялся, божился. Тем более, не секрет, что Матвей употреблял. И это прогрессировало. Олег Иванович, несоразмерно. Ну, а Феликс что, воздерживается? Нет, не воздерживаюсь. Я, разумеется, тоже против. Спасибо за откровенность, но я еще не все сказал. Матвей под нашим крылом работает отдельно. На себя. На днях он приобрел полпуда гашиша. Олег Иванович, это не из жадности. Это азарт. Это анархия. Мы воюем, всякое может случиться. А он путается, бог знает с кем. Отловит, просидит трое суток без дозы и продаст. Матвей один из нас немногих, который знает Олега Ивановича. А вы тут развели. Согласны, не согласны. Ну, Матвея никто особенно не любил. Плакать не будем, но... То есть чем ограждены вы? Да. Ничем, если будете вредить общему делу. У тебя есть такие намерения? У кого они есть? Вопрос исчерпан. Значит, обсудим итоги моей поездки. Новые регионы открывают большие перспективы, но есть очень большие сложности. Остановись здесь. Пусть он сам ко мне подойдет. Я из машины не выйду. Понял? Ну хорошо. Пусть он сам к тебе подойдет. Пусть. Спокойно. Спокойно. Нет тебя.
как же я соскучилась. 3 недели. Ненавижу твои командировки. Я теперь долго не уеду. Ты прямо с дороги? Да нет, я побывал уже на работе. Какие-то неприятности? Пришлось уволить одного сотрудника. Теперь жалко. Конечно, жалко. Мы с ним в свое время очень дружили. Но взял его к себе, он не подвел. Да ладно, пустяки. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного. Жаль мне бездомных собак. Это прямая дорога меня привела в кабак. Удивительно, ты любишь Есенина. Я же вообще-то о тебе ничего не знаю. Ты? Ты больше всех. Я даже не знаю, где ты работаешь. В Ксибзе. Где? В Ксибзе. Ксибзе? А что это такое? Я не знаю, никто не знает. Слушай. Что такое? Я тебе хотела сказать и забыла. Я разбила твою японскую вазочку. Ну и что? Ты здесь можешь все бить, тут все твое. Но ты же мне ее подарил. Здесь все твое, хоть в окно выброси. И прошу тебя, никогда не извиняйся. Вот без меня что ты здесь делал? Что? Умирала с тоски. Умирала с тоски. Можно я пойду работать? Чтобы опять слушать приказы глупого начальника? Кольцо. Опять кольцо. Я кругом окольцована. Мне тут привезли материал на наркомана Демидова. На днях ночью попал под машину. Жена Демидова тоже кололась. Сейчас она в роддоме. Надо найти в каком и осторожненько попытаться выяснить вот что. Кто из оптовых торговцев снабжал ее мужа? Судя по количеству денег и наркотиков, найденных при Демидове, поставщик крупная фигура. Тут все данные. Хорошо. Четвертый день после родов было резкое нарушение сердечной деятельности, рвота, боли, потеря сознания. Едва отходили, затем все нормализовалось. Пожалуйста, пригласите ее сюда. Матери кормят. Ей не носит, Валентина Алексеевна. Он в реанимации. Ах, это тот самый? Да. Минуточку, скажите, пожалуйста, а Демидова получает передачи? Сейчас нет, у нее дома несчастье. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, доктор, Демидова наркоманка. Что?
Ее болезнь – это просто ломка, как вы не догадались. По-научному – абстиненция. Все симптомы совпадают. Чудовищно. Вы наверняка? Конечно. Боже мой. Боже мой, ну теперь все понятно. Я 25 лет помогала людям являться на белый свет. И что же теперь? Матери, школьниц, дети которых никто не хочет забирать. Ну, теперь еще врожденные наркоманы. Боже мой, боже мой. У него же абстиненция, 7 дней от роду. Надо проконсультироваться, как спасать. А стоит ли, доктор, неполноценный обреченный человек? Ну, так рассуждать бесчеловечно. Ну, хорошо, тогда давайте строить сеть приютов для врожденных наркоманов. Это социальная проблема. Сегодня у вас первый, завтра будет 100. К тому же мать погибнет скоро. Что вы от меня хотите? Ничего. Просто идет обмен мнениями. Кстати, на собственном я не настаиваю. А вот что касается Демидовой, то надо принять меры. Ломка не могла кончиться одним днем, а состояние нормализовалось. И передачи она не получает. Следовательно... Вы намекаете, что кто-то из персонала, да? Да, конечно. Кого-то она уговорила, ее колют. Случай некрасивый и подсудный. А если прыгнешь с 4-го этажа, это будет красиво? Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, мамаша. Как себя чувствуем? Я в порядке. А то, что 17-го переполошили всех, не повторялось? Нет, это, наверное, нервное. Вот товарищ приехал из милиции. Догадывайтесь, почему вас побеспокоили? Вероятно, про мужа. Знаю, погиб. Да нет, про наркотики. Скажите, пожалуйста, передач вам не носит? Как же вы устраиваетесь? Поймите, мы беспокоим вас только как свидетельницу. Поэтому я прошу ответить... Я не знаю, о чем вы. А почему ребенка не приносит? Тоже не знаете? Что с ним? Тоже не знаете? Карантин, он пока на искусственном питании. Видите ли, Анна Михайловна, если предположить, что в период беременности пользовались наркотическими препаратами, то плод получал их стоком крови матери, а впоследствии всасывал их с молоком. Ну и если предположить, что наркотическими средствами перестали пользоваться, то наступает абстиненция. Ну, то есть ломка, наркотическое голодание со всеми вытекающими отсюда последствиями. У него ломка у маленького. Но он же не вынесет. Это невозможно вынести, он умрет. Доктор, ну я должна кормить его грудью. Мальчик слишком слаб, чтобы сосать. Ну да дайте ему опи, ему так мало надо. Ну дайте, вы обязаны, есть его отцовить. Деточка, деточка, милая, успокойтесь. Как вы могли-то еще скрывать? У меня никого нет, доктор. Если кто-то будет, я постепенно брошу. Я пойду лечиться, честное слово. Мне цель в жизни, правда, доктор. Ну спасите меня, сына. Я его очень люблю, доктор. Деточка, успокойтесь. Возьмите себя в руки, деточка, милая. Хорошо, мы с доктором подумаем, как вам помочь. Ну и вы помогите нам. Скажите, кто был поставщиком вашего мужа? Ну и какой же результат? Поставщик Демидова, делец по кличке Морда. Настоящая фамилия Мордвинов. Раньше они жили рядом, в Купавне. Сначала он приобщил Демидова, его жену, к кайфу,
А потом Демидов стал распространителем наркотиков. У него большие знакомства в гостиницах. А Мордвинов... А Мордвинов с четырьмя сыновьями контролирует весь наркобизнес чуть ли не по всей Московской области. Демидова дала такие показания? Да. Но она подписывать побоялась. А, значит, сочинила на скорую руку, чтобы от вас отвязаться. Да нет, она говорила это искренне. Это важная информация. А где доказательства? Где твердые свидетели? Разрешите, я закончу. Кстати, Мордвинов командовал взводом при НКВД. Приводил в исполнение высшую меру. Обожает описывать ход процедуры. Милый человек. И поскольку все это только информация, я довел до сведения Томина, и он заинтересовался и решил приступить к этому делу. Каким образом? Говорят, что Мордвиновы порой толкутся на рынке. Там торгуют маковой соломкой. Стоят разные бабуси, которые приторговывают, а милиция периодически делает облавы. Чем торгуешь, бабуся? Это лекарственные травки, милый. От сглазу, от нервов. Это надо знать. Привет, бабусь. Здорово, милок. Товар хороший есть? Хороший. У нас все хорошее. Ну, дай дозу для пробы. На, держи. А. На. Угу. Еще. А еще кто есть? А вон там. Вон стоят. Ну что, есть товар, мужики? На кой черт мы бы здесь торчали, как ты думаешь? Ну что, сами будете стоять? Или, может, сторгуемся, а? А настырный. Никогда мы сами не стояли. Никогда.
давай, садись. Ах, спасибо, мужики. Пойдем на базар, пойдем на базар. Вот он, твой базар. Зря вы товар бросили. Угу. Утекли ведь. А кабы нет? Так ведь утекли. А кабы не утекли, когда бы я с ним попался? Жалко товар. Угу. 5 кило. Ага. Свой ведь, не чужой. Съездим, привезем еще, было бы кому. А когда с товаром попадешься, знаешь... Когда милиция догоняет, надо бросать. Правильно я говорю? О чем разговор? Если с товаром заметут, нехорошо. Это уж точно. Фу. Кажется, ушли. А дальше куда? Прямо домой? Номер сменить и на трассу? Ведь гостиницу нельзя делать. Хотя это понимаешь. Конечно, нельзя. Базарные отели, небось, шуруют. Хорошо паспорта липовые. Ну так прям до дома, до хаты? А обои? Мне ж завтра обещали. Ну потерпит тетя Оксана неделю. Это ты здесь говоришь. Нет уж, я лучше в машине ночь пересплю, а без обоев назад не поеду. А вы в Москве первый раз с товаром, мужики? Почему первый? Давно он нас берет здесь один. А теперь чего? Да не пришел куда надо. Не знаем чего. А кто такой? Как зовут? Что ты все выспрашиваешь, а? Да ладно, это я так. Если заночевать, то можно у меня. У отца дом большой, сеновал. С какой стати? Ну вы же меня выручили. Я о будущем потолкуем. А где дом? Да здесь 40 километров. А батя у тебя нормальный человек? Ха, батя у меня хо-хо-хо. Поели, попили, сыты. Порядок, хозяин. Спасибо, все нормально. Спасибо. Ну, тогда приступим. К чему? Чернявого держать. Вот. Нет. Музыку. Нет. Это что, ну, что? Руку-то отпусти. А, ну, нормально. Руку спасибо. Отпусти. Отблагодарили. Мужики, спасибо, вы что? Хозяин. Вась! Вась, ну ты-то чего молчишь, а? Ты куда нас привел? Кончай, Чернявый, сынок. Ну что, легавый, к стенке. Думал, вошел в доверие. А что выйдешь из него вперед ногами? Не думал? Ты че, хозяин? Тич! Петровка. Давай, сынок. Сынок. Через кого на нас вышли? Расскажешь? Может, помилую? Как через кого? Как через кого? Вот он нас сам сюда заманил. Ты зачем нас сюда привел, а? Дурак, ментов не срисовал. Ну, соври, соври, откуда твой родственник был? Из Киева. Грех на тебе, хозяин, грех на тебе. Кому товар возил? Кому товар? Звали дядь Миша. Больше ничего не знаю. А где встречались?
Но не все ли равно, где встречались? Не все ли равно? На Котельнической набережной что встречались. Что ты врешь? Врешь. Ух, шлепну я тебе, ментяра. Хозяин, ты не прав. Похоже на правду, бать. Да? Ну ладно, хрен с вами. Пошли, выпьем. Володька. Володя. Ну, Валентина. Димка. Валентинов, Димка. Не узнал? Чё, плохо выгляжу? А? Ну, освободился. Освободился. Встретились. Встретились, Володька. Встретились. Как я рад, Володька. Да. Я тоже рад. Ты знаешь, мы тебя с ребятами добрыми словами поминали. Ну, что нас не потянул за собой. За что уж. Я только угощал, вот и все. Ну, так, ну скажи ты, что мы там какие химикаты покупали или чем помогали тебе. Ну, точно, амба. Ну, амба, конечно. Та же статья через соучастие. Коля, и снова похоронили. Недавно. Слушай,
как ты выглядишь, а? Как с курорта побывал. На свежем воздухе. Да? А как с этим делом? Отрезал. Вовка. Вовка, ну я преклоняюсь пред тобой. Я преклоняюсь. Ты-то как? Володя. Володя, милый. Больно говорить, что противно. Три языка я знал, а? Хотел встать. И все в пропасть. Блатными связался. Да тряпка я у них. Они меня ноги вытирают. И все за что? За дозу. Продал 10-11 моя. И чтоб забалдеть, забыться. Эх, раб. Раб. При себе ведь держать нельзя. А в 3:30 так 3 будильника. И все на ногах. На ногах рассовать надо все. До рассвета. По разным норкам. Уличным торговцем стал. Эх, пусть ушла. А, черт с ней. Эх, так хорошо было-то, когда сам делал. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Отец, человек работает? Давайте, давайте. Я сейчас вам. Сколько? Налево под дальней урной. Справа за углом между водосточной решеткой и стеной. Она чужими кошельками приходит. Дело. Я, кажется, никогда не найду работу. Пока это нормально в твоем случае. А ну-ка, давай, давай, давай. Ну, давай, давай, раздевайся, снимай ботинки. Ну, мой руки и ужинать, ну. Володя, чем сегодня хуже, чем вчера? Встретил Димку Валентинова. Помнишь? Который с гитарой? Ну и что? Угу. Торгует наркотиками. Не-не-не. Встретили случайно. Смотреть на него страшно. Ты что? Ты испугался, да? Ты испугался, что можешь снова начать? Нет. Лучше покончу с собой. Да. Тогда это будет лучше. Отдел по борьбе с наркотиками Управления уголовного розыска Казахстана ориентирует ГУФТ Москвы о предполагаемом привозе партии анаши и гашиша гражданином Есенгалиевым, он же Умаров, он же Иванов, 18-20 сего месяца. По имеющимся данным, он намерен воспользоваться прежними каналами сбыта. Есенгалиев – поставщик дяди Миши. В прошлый раз продал товар Снегиреву. А мы их не сумели взять при передаче товара. Потому что они не встречались. Там же был фокус с багажной квитанцией. Они продают квитанцию, и то не из рук в руки, а по телефону. Помню, но вторично нам этого не простят. Что у вас по Снегиреву? Пока ничего нового. Но ведь я поручил его вам. Да, но потом меня подключили к делу о нападении на аптеку. Я там днюю ночую. Покажите мне счастливого следователя, который ведет одно дело. Надо уметь параллелить. А что дядя Миша, все не объявился? Нет, Паша. Значит, мы его тогда спугнули. Что же это получается, Саша? Семгалиев везет либо ему, либо Снегиреву, а вы обоих упускаете из виду. Мы занимаемся Мордвиновыми.
Друг друга можно уговорить. Знаменский. Где задержали? Экспресс-анализ? Хорошо, везите. Только без меня не допрашивайте. Ну вот, люди шевелятся, и результат. Мы тоже шевелимся, Паша. Морда оказался очень интересной фигурой. Можно одно соображение? Давайте. Я считаю, что уровень преступности намного серьезнее, чем мы думаем. А то мы все по старинке. Этакая сыскная романтика. Пойдем на малину, подружимся с урками, раскроем их злодейские секретные планы. Ишь ты, а как же не от работы фигуранта двигаться дальше? Повальные облавы? Поставить турникеты на всех перекрестках? А ваше мнение? Не знаю, но в среднем мы идем на порядок ниже, чем организованная преступность. Понятно. Знаменский. Хорошо, через 5 минут освобождаюсь. Ну, и что считаете нужным делать? Я считаю, что нам надо научиться думать с опережением, просчитывать. А то только, когда обвинительное заключение пишем, тогда понимаем, как у них все было. С опережением это прекрасно, но пока не проворонить бы нам партию наркотиков. Займитесь Нигиревым и дядей Мишей. А в Казахстан сообщите, что контроль за возможными покупателями потерян. И пусть меры по задержанию Семгалиева и Умарова они принимают сами. Стыдно, ничего не поделаешь. Перестрелка произошла почти в центре города. Но ребята молодцы, не растерялись. Наших было двое, а их 5. Хороший мальчик. Жене 50 000, раненому лечебные премию. Увеличивай, увеличивай штат своих ребят. Есть. Любовь Николаевна, да. Это вы запретили держать товар в банкетном зале? Конечно, мало ли что. Да куда ж складывать? Да вы что, дети, думаете, я отвечаю за кадры и безопасность. Придется к шефу. Идем. Мы же договорились. Я понимаю, надо же где-то достать. Достань. А где? Я просто... Достань. Олег Иванович, простите. Скоро большой привоз, девать некуда. Можно банкетный зал хотя бы временно? Да вы что, братцы, это же офис. Мы здесь принимаем людей со всего Союза. Имеем мы право жить в комфорте, а не под лестницей. Были же мысли насчет складирования. Ну так Крушанский не финансирует. Ага, смежники задерживают. Время жмет. Началось сезонное колебание цен. Зимой будут перебои с поставками. Нет надежного варианта. Последнее предложение Феликса – подвалы гауптвахт. Это что, под защитой гарнизона? Не люблю я, когда вы связываетесь с военными. Там, где могут вызвать наряд с автоматами. Да, да, я перестраховщик. Меня это не устраивает. Потом нельзя сосредотачивать в одном месте. Проводка загорится, молния ударит. Налетит ураган, случится землетрясение. Ой, какой же вы нудный, Крушанский. Нужен запас в 5-6 миллионов. Потеря его, помимо финансового удара, повлечет за собой крупные деловые осложнения. Монополизируя рынок, мы получаем на руки готовую сеть розничных торговцев с их клиентурой. Короче, Крушанский. Минуту, Олег Иванович. Мы берем на себя обязательство снабжать их. Если не выполним, у нас с вами получится не бизнес, а... Борьба.
с наркоманией. Не смешно. Нужно несколько мелких хранилищ. Сплошное благоразумие. Но прав? Раз пошел глобальный разговор, потянем ли мы весь рынок? Жуть берет, сколько они этой дряни выжирают. За народ страшно. Ничего с народом не сделается. Жрут генетически обреченные. Но действительно, Олег Иванович, пока торговцы вне системы, их забота, как добывать товар. А для нас же такой огромный оборот. Да дело не в обороте и не в деньгах. Безбедно прожить есть много способов. Я хочу иметь все. Такая вот идея. А наркотики – ключ к власти где угодно и над кем угодно. Сын министра – наркоман. Министерство – наше. Дочь областного вождя – вождь в кармане. Человека любого ранга можно скрутить за месяц, если купить его врача. Нужна идеальная организация. И мы еще вернемся за подснежниками. Устроиться по специальности. Но ведь сегодня можно найти более высокооплачиваемую работу, чем инженер-химик. Да. Ну, конечно, можно и рабочий магазин. Не пью, не ворую. Хоть в Елисеевский гастроном. Так рад вольной жизни, ей-богу, готов, готов. Но вот жена. Если я грузчик, для нее это моральный крах. Извините. Да, слушаю. А, да, есть сведения. Нет. Тот, с кем имели дело вчера утром, извини, не могу говорить, я не один. Ага. Понял. Действуй. Владимир Игнатьевич, в известной мере я должен за вас поручиться. Давайте потолкуем по душам. Ну, как вам там жилось? Честно говоря, тяжко, тяжко. Я бы всех следователей и судей сажал хотя бы на месяц, чтобы видели и поняли. Исправительно, трудовая колония. Да нельзя там исправиться, нельзя. Каторга, есть каторга. Ничего больше. Извините. Говорите, Владимир Игнатьевич, говорите. Так вот, когда человек попадает на 7-10 лет, все. Все. Есть деньги купить, забыться. Он купит. Препараты там не проблема. А нет денег, так существует так называемая система лагерных услуг, вы-то знаете. Мерзость. Сколько людей там становятся наркоманами? Да, для многих повышение квалификации. Сажаешь воришку, становится ворюгой. Из хулигана созревает бандит. Тайные язвы нашей профессии. Да, извините, занят. Владимир Игнатьевич, неужели действительно излечились? Да. Да сам удивляюсь. Но правда там раз шесть корчило. Страшно было. Буквально табуретка грыз. Выл страшнее волка. Аж на карачках полз к конвою, чтобы спрятали в карцер, чтобы никто не пожалел, не сунул папироску или таблетку. Ну, а сейчас прежняя обстановка, прежние друзья. Не боитесь? Да нет, не боюсь. Правда, есть некоторая растерянность перед жизнью. Когда садился, иные порядки были. Как теперь выясняется, беспорядки. Но когда беспорядок существует слишком долго, поневоле начинаешь воспринимать его как порядок. Тогда ведь многие одинаково считали. Белое, черное, право, лево. А сейчас мозги кувырком. Значит, читали там газеты?
Да больше по своей проблеме. Думал, что и вправду за наркотики принялись. А вышел, боже, что творится. В пивном баре кружки пшикают, а аэрозоль. Так и называется. Раз пшик, два пшика. Пацаны-школьники по 5 флаконов от пота берут. Нюхачи. Да видел я такое в колонии. В столярке, в столярной мастерской. Там же лаки. Никого это по-настоящему не волнует. Никого. Страна другими проблемами занята. Да и что реально сделаешь? Там еще читал. 25 миллионов гектар дикорастущей конопли. Товарищ полковник, группа прибыла. Да, входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Все нормально? Все нормально. Садитесь. Извините, сейчас подпишу пропуск. Насчет работы во вторник. Спасибо, Павел Павлович. Разрешите с вами изредка видеться? Договорились. Звоните. До свидания. До свидания. Проходите, товарищи. Заходи. Проходите. Как долетел? Нормально? С гостиницы хорошо? Да. Проходите. Подвижу. Приветствую. Проходите, садитесь. Так. Начнем работать. Олег Иванович, сделано все необходимое. По Москве осталось 3 оптовиков. Жесткие мужики надеются устоять, а другие все готовы на наши условия. А те, что, значит, не боятся? Ха-ха. Ну, попробуй мирные переговоры. Сбросим 5% и подождем. Ага, есть. Ну-ка, останови. Сдай назад. Товарищ, простите, вы кому? Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, где ваш сосед Снегирев? Он умер. Что, внезапно что-нибудь? Да, наверное. Это точно, что он умер? Когда опечатывали эту квартиру, меня приглашали в качестве свидетеля. Спасибо. Товарищ, а вы кто ему? Сват. Все, все, я закончил. Все, целую. Пока. Добрый день. Здравствуйте. Руки не подаю, к сожалению. Понятно. Да. Скажите, пожалуйста, вы недавно производили вскрытие некоего Снегирева, который нас интересует. Ну, покажите мне грудную клетку, печень. Вот тогда, может, я узнаю о лицо. А в канцелярии я попросил протокол вскрытия. Посмотрите. Ну что, острая сердечная недостаточность. Обычная история.
Спазм. Скажите, доктор, а такая смерть могла быть спровоцирована? Подсыпали, капнули что-нибудь? Сколько угодно. Это обычная передозировка лекарств. Понятно. Сотни-две названия. И, конечно, проверку на это вы не делаете. Милиция шутит. У каждого, кто упал на улице. Понятно. Да, еще один вопрос. Скажите, вы регистрируете тех, кто получает тело для похорон? У нас покойников не крадут. Это, по-моему, единственное место, где нет хищений и пересортиц. Вероника, одевайся, собирайся. Я сделал ценное открытие. Ну, изобретение. Да, нужно отметить. Да, быстрее. Взял тело? Не знаю. Сослуживцы исключаются. Не работал. Родственников в Москве нет. Да. Ну, друзья, любовницы, может. Он упал на улице 8 октября в 5 вечера. И в это же время был записан на кремацию. Что, получается, друзья знали заранее о его смерти? Кто-то срочно сжег тело. Для того, чтобы невозможно было установить истинную причину смерти. Ну, дальше. Дальше пока туго. А Знаменский чего? А что Знаменский? Знаменский говорит, ищите связи. Кстати, это может быть и правда. Снегирев-то состоял на учете в наркодиспансере. Сначала в одном, потом в другом, когда переехал. Не знаю, как он там лечился, но вот личные контакты наверняка у него с наркоманами были. Это идея. Вот. Пока. Вечер. Только для вас и вашей дамы нашли хорошее вино. Хорошо. Тебе здесь нравится? Очень. Симпатично, да? Угу. Владя, цветы принесите, пожалуйста. Хорошо. За твое изобретение. Очень вкусно. А что это такое? Сам не знаю. А что ты изобрел? В фантастике это называется ноль транспортировка. А что это такое? Это никто не знает. Ну, ты это знаешь. Ну, это когда из ничего получается нечто. Ага, как интересно.
Очень интересно. Вкусно? Очень-очень вкусно. Пожалуйста, прошу вас. Много цветов. Я люблю, когда много. Тем более сегодня такой замечательный день.